пора жениться или нет? Очень просто определить. Если ты знакомишься с женщиной, она обижается на тебя, и ты не можешь это терпеть, ты злишься, кричишь, ругаешься на нее и пытаешься подавить в ней эмоции, значит, ты не готов жениться. Для того, чтобы жениться, для этого надо к женским эмоциям относиться сдержанно. Спокойно к женским эмоциям относиться невозможно для мужчины, потому что, когда женщина эмоционально себя ведет, она как будто ножом его режет по сердцу. Вообще не обращать на это внимания мужчине невозможно. Такова мужская психика, она очень чувствительна к женским эмоциям. Но если мужчина имеет силу не обращать внимания на женские эмоции, прощать жене, или вести себя так, как будто бы ничего не происходит, это значит, что он может уже жениться, и он будет счастлив в семейной жизни. Если мужчина не может терпеть женских эмоций, значит, он будет несчастен, потому что жена его скрутит бараний рог в этом случае. Если уже женился и не может терпеть женские эмоции, значит, надо тренировать себя, волю в себе воспитывать.